Доброго вечора, друзі! Сьогодні ми з вами зустрілися у програмі «Маестро». Гість нашої програми – відома людина у нашому місті, музикант Віктор Коробов. Доброго вечора! Добрий вечір! Добрий вечір, кременчужане! Привіт всім поклонникам і друзям ровесника! Привіт всім музикантам, учасникам, артистам, які працювали з нами на протяжении 1973 года по 1983 год. Конечно, может быть, мы сегодня не всех упомянем в нашей передаче, но я хочу сказать, что все мы, что мы вас помним, любим, вспоминаем, когда собираемся. Виктор Коробов. Известный человек, действительно, в музыке. Все его знают, особенно люди 70-х, 80-х. Именно тогда родился коллектив, вокально-инструментальный ансамбль «Ровесник». Как свела вас судьба с музыкой? Ну, я родился в семье музыканта. Отец – дирижер, во время войны – военный дирижер военно-морского оркестра. После войны он женился на кременчужанке, моей маме. Жили они в Башкирии, это в городе Стерлитамаке. Город второй по величине, довольно-таки крупный, сейчас промышленный центр. Ну и с ранних лет, иногда я называю это трудным детством, приходилось ходить в музыкальную школу с большой папкой, где был, на папке был портрет Чайковского. А вам это нравилось? Вот я и хотел сказать, что трудное детство было, полушутя, полусерьезно, что мальчики играют в футбол, бегают по крышам, по сараям, какие-то игры, но я играл гаммы. А по-настоящему музыку полюбил тогда, когда отец уже пригласил в эстрадный оркестр пианистом. Вокально-инструментальных ансамблей тогда не было. Ну и меня увлекли ритмы, блюз, джаз. И постепенно я вот эту творческую мастерскую отца, так сказать, входил более серьезно, ну и чему-то научился, получил навыки не только в музыкальной школе, ну и навыки аранжировки, оркестровки. Потом в Башкирии был у нас на базе оркестра отца, мы уже сами создали вокально-инструментальный ансамбль «Радуга». Стали лауреатами, тогда конкурс был «Алло, мы ищем таланты», московский популярный. Ну и буквально после этого конкурса как-то я, да, надо тут сказать, что часто мы бывали с семьей здесь в Кременчуге почти каждое лето у бабушки, ну, по линии мамы. И как-то уже после института я возвращался с пляжа мимо дворца Петровского и зашел. Думаю, дай спрошу, есть ли вакантное место. Дворец понравился. Тогда это был мощный культурный центр. Ну и место вакантное оказалось. Как раз нужно было два профессиональных коллектива. Один уже был, собственно, «Альтаир». А вакансия была на должность руководителя второго вокально-инструментального ансамбля. Так я приехал, уже дали гарантию, что будет работа. Я приехал насовсем, жил у бабушки первое время и приступил к работе в 1973 году. Да, но вернемся немножко назад. Виктор, ну вы закончили институт, вы филолог. А почему не музыка? Ну, я вот, дальше мы будем разговаривать. Это у меня было, так сказать, во всей моей жизни, вот это двойная, так сказать... Две дороги. И вот получилось, что 10 лет пришлось немножко оторваться от педагогики, заняться только музыкой. Все-таки музыка очень вещь такая привлекающая, очень сильная, очень эмоциональная. Ну, я 10 лет полностью отдал ровеснику. Но в то же время... В 83-м году уже было ясно, что ВИА, так сказать, исчерпали свои все возможности, и появились новые жанры, электронная музыка, компьютерная, синтезаторы, и
В то же время меня, честно говоря, последние годы тянуло к детям. Я учился не зря, люблю педагогическую работу. Ну и я начал работать потом в системе профтехобразования в 16-м училище. Ну и тут уже как раз вот у меня все совпало. И музыка, это вокально-инструментальный ансамбль «Парус». И, кстати, здесь, в этом, так сказать, периоде моей жизни тоже было много творческих достижений. Мы стали лауреатами с этим коллективом второго всесоюзного фестиваля. В нем начинал свою работу и Миша Михайлов, ну, который меня до сих пор считает учителем. Всегда меня поздравляет, когда мы встречаемся. Вернемся сначала. Вот вы пришли во дворец, написали объявление. Кто к вам пришел? Как это было? Как формировался вообще коллектив? С чего начиналось? Ну, опыта у меня, честно говоря, тоже было мало. Можно сказать, что в процессе работы с этим коллективом я сам получал какие-то новые навыки, организаторские, творческие. Поэтому я набрал учащихся. Это были студенты среднеспециальных заведений, медучилища, Наташа Нейла, Сережа Яценюк, медучилище, Леша Анчугов, тоже студент Крюкове у нас механический, да, или техникум? Да, машиностроительный. Мы машиностроительный техникум. Вот. Саша Матиенко, десятиклассник 4-й школы. Ну, была проверка, прослушивание. Ну, мне показалось, что они талантливые. И потом жизнь подтвердила, что... Это был выбор, да? Лично ваш выбор. Ну, их уже в городе знали. Например, Сашу Матиенко знали как барда Первомайской улицы, он уже пел городские романсы, там голос, Битлз творчество знал. Вот это был первый состав, но опять-таки я тогда ни о чем не думал, как что же будет дальше. Через год начали уходить в армию, и Саша Матиенко в скорости ушел, и Леша Анчугов, и пришлось тогда уже обновлять состав. Но потом они возвращались и продолжали свое творческое развитие. Барабанщик, бог, ну а ты была вся в лучу подстать так легка, что могла ты на барабане станцевать. Когда пляшешь ты всюду свой такой, над тобой поет барабан большой. Барабан, 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 каблучком его ты не порани. Ну, это был профессиональный, скажем, коллектив. Действительно, люди сидели, ставки у каждого были почти, ну, насчет, да? Ставок было. Дворец огромный. Штатное расписание, всем нужно платить было зарплату. Это тогда уже появлялись ростки, можно сказать, во дворце Петровского рыночной экономики. Мы обеспечивали по пятой смете зарплату всем, играя на танцах, но план выполняли на 300%, потому что танцевальные вечера были очень популярны в то время. Да, а помните, какую песню первую спели? «В лісі Зозуля» на украинской мове. Ну, такая была из репертуара киевской группы «Черевной гитары». Ну, вначале вообще творчество наше носило подражательский характер. Юрия Хип группы, Битлз, Роллинг Стоунс, Дип Перпл. То есть мы учились основам рок-музыки, но потом уже где-то вторая половина 70-х годов, яркое наше было, так сказать, создание, это рок-опера, вариант из «Шахмат», где уже полностью своя музыка была, и она довольно-таки прогремела, можно сказать, в музыкальной жизни. Виктор, вокально-инструментальный ансамбль «Ровесник», концерт состоялся его из двух частей. Так, две части. Что обычно пелось в первой части? Ну, как тут надо сказать, да, сразу можно сказать, что было сильное идеологическое давление. То есть обязательно про комсомол вначале, обязательно про партию где-то упомянуть, Отечественная война и все такое. Внешний вид. Тогда же было 70-е годы, это была своеобразная, так сказать, аура, своеобразная эпоха. Потертые джинсы, волосы длинные. Очень много во дворце Петровского выступало и коллектив, западных коллективов, рок-коллектив. Конечно, нам хотелось, ну, особенно в молодости, подражать волосы, чтобы были до середины спины сзади и так далее. Ну, конечно, это строго каралось, вплоть до увольнения уже вызывали. Сперва директор беседовал. Потом, ну так, по-хорошему, у нас Виктор Дмитриевич Коваленко был интеллигентнейший человек, так он. Потом в отдел культуры тоже все по-хорошему, потом, ну вы знаете, ребята, наверное, или прическа. Что-то не подходит. Или прическа, или работа.
Вот так ставился вопрос. Ну и репертуар доходило до смешного. Например, была песня популярная где-то в 80-х годах Чингисхана. Группа Чингисхан. Очень заводная, такая моторная. А надо же в программу ее включать. Тогда я пишу: музыка Чингизова, слова Ханова. И проходила. Ну, до смешного, ну что, как-то надо было приспосабливаться вот к этой идеологической, так сказать, чистке, проверке. Виктор, что такое коллектив «Ровесник»? Что за люди были там? Чем вы занимались? Кроме того, что вы музыкой занимались, общение у вас было вот такое тесное? Мне казалось, это такой кулак. Общение крепкий. Было постоянно. Были чаепития, были творческие вечера, где мы обсуждали. После каждого концерта обсуждение шло иногда нелицеприятное. Творческие вечера, ну, застолье, естественно, было. Очень, например, мы любили игру в спиричуэлс. То есть это такая творческая игра была. Что такое спиричуэлс? Это когда негритянские песнопения, что они видят, о том и поют. Ну и, например, один из участников нашей группы встает в круг и начинает петь белым стихом. То есть, ну, я рад, друзья, сегодня я с вами там. Ну, может, где-то не совпадала рифма. Я играю какую-то негритянскую мелодию, квадрат так называемый, простейшую. И, значит, когда он это сказал, стихи прочитал под эту музыку, таким речитативчиком, все начинают вокруг ходить и петь. Если это пел, там, скажем, о Саша Мусинг, все поют: о Саша, и ходят. Ну, как негритянские вот это песнопение. Ну, такие были у нас приколы, как сейчас говорят. Ну, во время отдыха. Ну и, конечно, творческий рост наблюдался. Почему? Потому что уже в 80-м году присвоили нам звание народного. И вот это, наверное, самые яркие годы, 80-й, 83-й год. Здесь остались записи, которые сделаны в Полтаве Леонид Сорокин. Звукорежиссер известный в Советском Союзе, я не боюсь этого сказать, так сказать, громко, потому что в Москве его знали на мелодии. Записи очень качественные он делал. И вот все... Буквально записи, которые я принес тебе, Надежда, сделаны им. Ну, сейчас тоже, опять-таки, моя халатность. Готовясь к передаче, я начал слушать, немножко уже звук пошел, плавающий такой, 20 лет все-таки. Ну, записи были великолепные. И мы выступали на солнечных кларнетах с песней «В небе голуби летят». Потом многие песни по радио и телевидению неоднократно звучали. Допустим, Алексей Чухрай мне для аранжировки предложил свою песню «Полтавские липы». Эта песня не сходила, наверное, года два с нашего радио, так сказать, с полтавского. Это солист Виталий. Солист Виталий. К сожалению. К сожалению, сейчас... Виталий бездельный, безвременно ушедший от нас. Ну, уже не хватает в нашем коллективе еще двоих музыкантов: Александр Лобов, трубач, и позапрошлом году ушел из жизни Севастьянов Александр, тоже звукорежиссер. На свете есть новости величавые, над ними снег неоновый мете. Та десь красуня є моя Полтава, житом і добром світе. Та десь красуня є моя Полтава, що пахне житом і добром світе. Вже сотні літ, вже сотні літ цвітуть Полтаві липи. Виктор, а когда вы почувствовали в себе силу, что вы начали писать и сам сочинять? Собственно говоря, из того, что вы копировали чьи-то песни, чужие пели, вдруг вы начали петь свои? И ну, как? Наверное, это из джаза все. Потому что джаз я всегда любил, еще и работая в Башкирии, у нас тогда был период, конец 60-х, джазовые фестивали, например, фестиваль городов Поволжья был в Самаре, ездили туда, смотрелись. Ну, а что такое джаз? Это импровизация. А импровизация – это уже и творчество, это постоянный полет фантазии музыкальной. Ну, и начал постепенно писать вот песню. Например, прочитал текст в журнале «Юность» Евтушенко, поэта, которого и в школе изучаем, «Киоск звукозаписи», о том, речь шла в этом стихотворении, как, значит, забывают, кто такой Высоцкий был на самом деле, превратили его в предмет купли и продажи, толкнут прошашлыченным пальцем кассету и пой, даже если тебя нету. То есть их не интересует, что там, о чем, какие мысли он хотел
Что он хотел сказать читателю, ведь он больше поэт. А интересует уже такое, главное это потребительские отношения. Ну и написал такую песню в роковом таком плане, аранжировка роковая. За что его вызвали в Комитет государственной безопасности. Что он так было тогда? Что это вы не по теме, да, пишете и поете? Ну да, откуда слова такие? Ну, показались слишком смелые стихи такие, ну, в то время, время Советского Союза. Ну, потом пришлось показать журнал, номер юности, журнал «Юность». Ну, вам запретили его? Нет, не запретили, но уж «Юность», если Москва разрешила, значит, Суслов и все, так, все же это проходило через, ничего, так сказать, тогда, тем более, да? Цензуру сусловскую, то тогда уже разрешили. Ну, и вообще много смешного было. Один раз Саша Масиенко, он был у нас и артистом разговорного жанра, вел программы, тоже приехала группа московская «Красные маки». И там, значит, Жванец, конферансье читал монолог Жванецкого. И там были такие слова. Вот у них все-таки какие духи? Шанель номер 5. А у нас что за духи? Шанель солдатская или утро на ферме? Ну и мы взяли это тоже. Ну все, все смеются, когда выступала эта группа «Красные маки» здесь, в нашем дворце. Мы поехали на гастроли, где-то, по-моему, в Ануфриевке. Какому-то журналисту это ужасно не понравилось, и он приписал, что это издевательство над советским колхозником, и все такое. И мы все, я, директор и художественный руководитель, поехали, ну, типа, просить прощения, что мы не хотели, что это доказывали, запись, значит, повезли концерта московских артистов, показали им, ну, тогда вроде так как-то это затихло уже, все, такие были. То есть, конечно, артистам приходилось и... так сказать, сатирического цеха тоже трудно приходилось. Ну, а нас всегда критиковали за звук, за мощность, ну и вот и за внешний вид. Ну, хорошо. Там я вам принес фотографию, где прикид 76-го года, по-моему, там... И нам разрешили приобрести, ну, групп же много, я уже говорил, иностранных приезжало, приобрести плюшевые скатерти и шить вот такие джинсы, штаны, значит, ну, очень модно. Вот мы, там, по-моему, есть эта фотография. Виктор, время прошло, закончилась работа в «Ровеснике». Что дальше? Ну что, во-первых, почему закончилось? Тут нельзя сказать, что просто мы поссорились там, или каждый шел своим жизненным путем. Это брак, это квартира. Тогда белковый витаминный завод, допустим, давал квартиры. Леша Анчаков туда пошел работать. Это, конечно, важнее. Кто-то поехал на север, тоже зарплаты всегда бизнесом. Не хватает. Бизнесом. Сейчас среди наших бывших участников и предпринимателей Владимир Лацман, Александр Козлов, Александр Масиенко, вот. То есть, вот та рыночная все-таки, наверное, помогла, что мы работали, все-таки у нас же были финансовые планы, ну, творчеством, конечно, больше занимались, но все-таки вот это нам всегда говорили, а как же план, а как же план, потому что весь дворец был, вот я говорю, на этой пятой смете, вот. Ну, встречаемся часто, в кафе «Сказка» часто встречаемся, директор тоже музыкант, и наш поклонник Саша Лихненко, вот. Встречаемся, беседуем. Ведь они были слушаем такого музыки. Вот тряхнуть стариной, скажем, собраться и выйти на сцену имеется. В прошлом веке уже сейчас, да, в 1998 году хотели отпраздновать 25-летие с концертом. Ну, один уехал тоже, как-то все, что-то надо, аппаратуру, надо помещение, репетиции, чтобы уже показать, ну, уже хорошо. В конце концов, даже, может, и спонсора нужно, чтобы как-то это все организовать на серьезном уровне. Ну, думаем, вот следующий год будет 30-летие со дня основания. Обращаюсь ко всем нашим еще раз поклонникам и друзьям принять участие в этом проекте, если он состоится. И, может быть, даже визит обратимся. Ну, я думаю, все-таки хочется. Именно живым звуком те ретро, так сказать, ретро-репертуар подать кременчугскому зрителю. Музыка в городе на каком уровне? Вы как специалист, как руководитель бывшего такого ансамбля. Как вы видите? Ну, уровень, мне кажется, конечно, если вот с 70-ми годами сравнить, когда была масса фестивалей, это дух соперничества, конкуренции и комсомольской песни, пусть она идеологически насыщенная была, эта песня, но сейчас, конечно, упадок, можно сказать. 90-е годы, где-то в 95-й год
94-й еще был какой-то рассвет в плане рок-музыки в городе. Были такие так называемые сессионсы. Когда молодежь длинноволосая собиралась, слушали, бросались там со сцены, у них такая тусовка своя, это когда уже там в какие-то кульминационные моменты бросались вниз со сцены. Ну, было, конечно, я в других жанрах работаю, вокально-инструментальной музыки, но было интересно, я вижу, что им было интересно. Сейчас и этого нету. Потому что, видно, экономически почитали, и аренда помещения, аппаратура, ну, не стало. Вот. И сейчас, я бы так сказал, в Кременчуке два направления. Это музыканты-одиночки, которые работают с программным обеспечением, они же и программисты музыкальные, и аранжировщики. Есть очень хороший Иван Иванович Середа, ну, вы знаете, и Валера Матвеев в шансоне. Вот. Очень так вот я слушаю, у них интересные там находки, вот именно это тоже довольно-таки сложный мир музыки электронной. Не только надо быть музыкантом, аранжировщиком, вокалистом, но еще и все владеть вот этим огромным числом всевозможных электронных, так скажем так, примочек, преобразователей, модулей, синквесоров и так далее, и так далее. Все это, и звучание довольно-таки профессионально. Есть, ну и молодежь очень низкого уровня, группы, рок-группы, которые начинают с того, что мы обязательно должны играть свою музыку. Он выучил 3-4 аккорда, 3-4 нот, но уже своя музыка. Побольше звука, чтобы немножко подташнивало все это. Звук – это значит тяжесть звука. Хотя из таких коллективов тоже иногда появляются. Вот в университете 5 таких команд. Например, я бы сказал, что группа «Империал» и группа «Аверс» идут по такому пути развивающемуся. И у них уже есть неплохие такие композиции. Вот. И, может быть, и правильно, что руководство университета им позволило вот все-таки чем-то заняться и найти себя. Потому что они уже потом и ко мне подходят, и к другим профессиональным музыкантам спрашивают, как вот это, как то, как чему-то научиться там и так далее, и так далее. Ну, вообще, конечно, музыка очень низкопробная, потому что, мне кажется, все-таки надо изучить побольше творчества и классических рок-групп, и наших музыкантов, тех же песняров. Украинский был Кобза, прекрасный коллектив, фольк-рок народный. Вот, а потом уже что-то на базе того, что ты знаешь, уже что-то создавать. Всегда. Виктор, а могли бы вы в руки взять вот этот значок? Что это такое, рассказать? Где это вы? Я где взял вы? Уже, так сказать, да? В своем втором творческом этапе. Это значок лауреата второго всесоюзного фестиваля, который пришел с Москвы мне и Мише Михайлову. Мы участвовали, значит, от 16-го училища. В этом фестивале в Днепропетровске заняли по системе профтехобразования второе место. Ну, наградили дипломами, а потом прислали. Это же так мне показалось даже солидно, что еще есть удостоверение. Потому что лауреатов очень много развелось. И все одно время писали, через одного все лауреаты. Но тут вот просто, что приятно, что есть и свидетельство. И, ну, действительно, написано город Москва. И там написано конкретно, за что и Виктор, это я награда. Знаю, что зрители, которые вас помнят еще, помнят вокально-инструментальный ансамбль «Ровесник», помнят ту музыку, которую вы играли, сейчас, наверное, вот вспоминают с ностальгией с какой-то. И мне бы хотелось, чтобы вы им что-то пожелали. Ну что, мне кажется, больше оптимизма. И все-таки, несмотря на очень трудную жизнь, все-таки с музыкой не расставаться. Как древние говорили, «Art longa vita brevis» – все приходящее, а искусство вечно. Мне кажется, всегда надо найти вот в нашей трудной жизни вот место для искусства. Пусть даже это будет не музыка, пусть будет литература, ну, другой жанр. Но, кажется, надо обязательно быть духовным человеком. Спасибо. А я хочу напомнить нашим зрителям, что гостем программы «Маэстро» был действительно маэстро Виктор Коробов. Спасибо вам. Спасибо. Любовь сердца дарует крыла, прости нам, маленькая земля, людскую любовь благословила.